по-прежнему предаетесь азарту? Или преодолели сей недуг? Забыто. А не завалялась ли в кармане вашего сюртука колода? Ну, не для игры же. Так вот, руки занять. Ну, а ежели граф Орлов узурпирует власть, и тогда что захочет, то с императрицей и сделает. Его никто уже не остановит. Не хочу верить в дурные помыслы, Григорий Григорьевич. Однако братья Орловы убили императора, помазанника Божия. Проломили ему голову. Безжалостные дикари. Я надеюсь, Синод не даст разрешения на брак. После реформ церковь ослабла. Лишь молитвой могу помочь, ваше сиятельство. Я на иную помощь и не рассчитываю, ваше высокопреосвященство. А чем вы можете помочь церкви? Павел Петрович воспитан в благоговении перед верой. Но возглавить церковь считает для себя ношей непосильной. Император должен заниматься делами земными. А делами церкви должен заниматься патриарх. Вы говорите о восстановлении патриаршества на Руси? Когда Павел Петрович станет императором, а вы при нем регентом? Я прошу вас, помогите мне. Молитвой. Вместе с вами предлагаете молиться? Граф Панин предложил Павлу Петровичу сделать императором. Позвольте. Что за дерзость? Павел Петрович император. А я императрица-мать. В глаза открыто так и сказал. С разума свихнул Никита Иванович. На него не похоже, обычно по углам интриги плетет. Паук. Говорит, у меня шаткое положение. Что самозванцы без причины не появляются. Недовольных по всей стране много. Бунты по окраинам. Ловкий он. Говорит складно. В одну ухо влезет, другой вылезет. Толку пшик. Да, но правда в его словах есть. Вы сомневаетесь во мне? Государыня, я в любом деле добиваюсь победы. И на войне, и в любви, в чем угодно. Случись проиграть, тот же миг умру. Потому что иначе жить не сумею. Вокруг вас трусы, шельмы, черепахи. Елагин масоны летом в шубе ходят. Панин жрет в три горла. Шишковский танцор. Алсуфьев. Лист осенний на ветру. Дайте мне власть. Разгоню всех. Кроме Панина. Этого в крепость он опасен. Thank you.